Кубке Беларуси по волейболу до решающих баталий еще далеко. В турнире мужских команд определились составы четвертьфинальных пар. Гомельской команде «Энергия» на этой стадии в сопернике досталась витебская дружина Марка ВГТУ. Путевку в полуфинал разыграют в двухматчевом противостоянии. Первая игра пройдет на поле соперника 2 или 3 ноября. Ответный поединок состоится уже в Гомеле 23 или 24 ноября. Напомню, что в ближайшие выходные «Энергия» дебютирует в дивизионе А чемпионата Беларуси. На паркете спорткомплекса «Локомотив» гомельчане дважды сыграют с могилевским «Коммунальником». В субботу 29 сентября матч начнется в 18:00, в воскресенье – в 13:00.